Поучаствовать в турнире памяти первого героя Беларуси Владимира Корвата, тем более в годовщину 20-летия подвига военного летчика, мечта многих из этих ребят. Оказавшись здесь, они ощущают огромную ответственность за выступление, но, будучи борцами, не дают волю эмоциям. Победить соперника во что бы то ни стало, такая цель стоит перед каждым из участников. Слова напутствия ребятам озвучили организаторы мероприятия на торжественном открытии турнира. Поддержали словом и почетные гости соревнований, офицеры летного полка, которые служили вместе с Владимиром Корватом. Мне посчастливилось, что я довольно длительное время служил с Владимиром Николаевичем Корватом. Вот. Как раз он служил тогда в городе Барановичи, в 61-й истребительно-авиационной базе. И практически в тот день мы вместе с ним летали, вместе были, участвовали в полетах, у нас были организованы полеты. И вот когда произошла эта трагедия, это было все практически на моих глазах. Отрадно, очень приятно, конечно, что память о нашем сослуживце живет в нашей республике, да и только в нашей республике, потому что мы собираем спортсменов из других стран. Не случайно традиция проведения турнира имеет 8-летнюю историю. Показать себя на Брестской спортивной арене стремятся ребята из соседних государств и дальнего зарубежья. Интерес к соревнованиям, цель которых не только повышение уровня мастерства, но и гражданско-патриотическое воспитание, существенно увеличивается. В нынешнем году среди участников 340 спортсменов. Соревнования проводятся на протяжении 8 лет, и каждый год меняются возраста участников соревнований. Поэтому за эти 8 лет многие из участников знают, кто такой Владимир Николаевич Корват, учитывая, что в этом году 20 лет, как произошла эта трагедия. Поэтому цель с точки патриотизма – это поддержание традиций. Цели турнира остаются прежними. Это в первую очередь популяризация вольной и греко-римской борьбы и олимпийского движения в Брестской области. Получение опыта спортсменами и, конечно, укрепление дружеских связей. Хочется выступить, конечно, первым стать. Самое лучшее всех выступить. Ну, сильные соперники, все сильные. Хорошие ребята. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».